Всем привет! Сегодня я общаюсь с Александром Пановым, музыкантом, исполнителем песен, автором проекта «Неоромантик». Саша, привет! Привет! Как у тебя дела? Все хорошо. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в каком направлении работаешь? Я занимаюсь созданием и написанием музыки в стиле, в танцевальных стилях, среди которых хочу особо выделить Евродиско, которая сейчас набирает популярность. Также Евроденс занимаюсь. Ну и также у меня есть свой проект инструментальной музыки, такой стиле Enigmatic, который пока немножко не доходит до моей руки. Расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось? Начиналось все достаточно давно. Еще в школе, в конце 80-х, мы с друзьями очень все любили музыку того времени. Слушали все, решили создать свой коллектив. А коллектив был такой достаточно очень любительский. Никто ни на чем не умел играть, не петь. И денег никаких по этому поводу тоже не было. Что исполнять, там где. Вот, собирались друг у друга дома, бренчали, как говорят, кто на чем пошла гораздо. Это также было танцевальное направление? Вот допинг, все, что было, сисипечное, наши там, мираж, там, все, все, что было тогда, все шло через нас. Позже, уже после школы, когда мы уже разошлись, там, по разным, я пошел в училище. Там, другой приятель ушел в технику, третий остался также учиться. Вот. Мы, естественно, поддерживали отношения. Также занимались, старались заниматься музыкой. Я впервые за все время попробовал, у отца был баян, он на нем играл, так как учился в свое время, что я попробовал на нем что-то поиграть. Ну, как для себя подобрать, что-то интересно, что толку-то там бренчать на сатаршку. Надо что-то со смыслом делать. С этого как бы у меня такой толчок произошел. Я начал что-то делать сам. С помощью мне гитары, с помощью баяна, подручных средств, всевозможных. Значит, сочинить. Это был 91-й год. Мне нравилась в то время команда такая, Art of Noise, известная, британская. Я как бы решил записать их ник. Оказывается, ник, но это уже позже стало известно. Трек был такой «Робинзон Крузо», это саундтрек телесериала английского. Вот. Я его решил подобрать, записать. И на волне этого же я придумал свою первую тему инструментальную, которую позже назвал «Романтик». Ну вот, видимо, с этого и пошло, наверное, потом. Название, и стилистика. А помимо Art of Noise, Modern Talking, какие исполнители, какие группы особенно повлияли на твой вкус, на чем ты вырос в музыканте? С самого начала влияние было очень сильное со стороны Юрия Антонова. Группы «Цветы», Стаса, пластинки у нас были дома, родители покупали, я, соответственно, очень этим всем проникся. Позже уже был «Модерн Токинг», соответственно, итальянская эстрада была. Потом уже, где-то после армии, когда я пришел, у меня очень декоративный фитнес. Просто, ну, наверное, как и большинство, наверное, с этим сталкивался. Но Битлз, Скорпион, интересно было. Я даже свои версии записал. Битловские песни. Каверы, да, свои? Ну, когда уже купил клавиши, клавиши я купил уже в конце 90-х, первые, начал с ними экспериментировать. И Битлз как бы заодно решил попробовать свои силы. Так потихонечку нарабатывал материал, сочинял, там что-то постоянно. Свое, не свое, там переигрывал, там что-то делал, придумывал. И вот в 2002 году я очень любил прогуливаться там
по Питеру, там, да, по всяким музыкальным магазинам, там, соответственно, заглядывать, смотреть. Вот был такой рок-магазин на Караване, и в один из дней мы с приятелем зашли, туда увидели объявление. И требуется подарочник. Как обычно там вешают, гитарист, там подошел. Так вот попробую возьму телефончик. Вот позвоню ребятам, что хотел вообще. Позвонил. Позвонил спустя неделю, наверное, где-то. Поговорил. Да, да, вот требуется. Говорят, встретились, пообщались. Первая моя группа, в которой я участвую, «Мембрана» называлась. Разговаривал с Павлом Болдином, автором исполнителем. В итоге я вылезал перед тем, после прослушивания. Стали мы репетировать. Была возможность нас взяли на фестиваль кино и телевидения, университета кино и телевидения, там прослушивали, проходили. Вот, а как раз это совпало с 30-летием Петербурга, и фестиваль в итоге отменили. Мы как бы остались пока не у дел. Состав развалился, мы остались с Павлом вдвоем, стали думать искать, что делать, прослушивать людей стали, приглашать людей. В итоге собрали состав опять, стали репетировать, пришли мы в итоге в клубы питерские, начали с Манхэттена, продолжили, там был такой Рио Рита в кафе. Дальше там мы попали Шевролет Клаб, в свое время популярный даже. Ну, были там молодые красные, как бы, корпус был, я помню. Вот, и как раз на первом выступлении в Манхэттене, там тоже был какой-то сборный концерт, и я услышал, что выпустили все два. Они выступали первыми, а мы последними. Вот я пришел, естественно, заранее. Меня как это поразило. В общем, ну я так ничего не имел в виду. Так, мысль промелькнула, мы с ними поиграть пока. Тем более, это мне как бы по душе было, такое направление. В общем, «Мембрана» играла больше брит-поп такой, более современный, такой арт-рок был. Так, ну и ладно, как говорится. Играют и играют. А потом, спустя, наверное, уже месяца на 3-4, может быть, позвонил мне Даниил Ворошилов. Мы не забились с ним. Он звонил в Майосе, хотел меня пригласить на концерт. Я нашел, сказал, что звонили там, и хорошо. Он оставил свой телефон, я ему перезвонил, мы поговорили. В общем, мы встретились на концерте в клубе «Молоко» еще, поговорили, встретились, я встретился с ним, с Юрой, гитаристом, они вдвоем тогда выступали. Говорили, как это у нас, говорит, барабанщик, я говорю, ищем сейчас барабанщика. Я говорю, а что, это не устраивает уже? Да, он говорит, так, точно. И репетиции там прогуливают, там, туда-сюда, опаздывают постоянно. Я говорю, возьмите. Я тем более там момент уже как бы решил, уже, ну, я уже ушел практически из «Мембраны» в 2004 году. Возьмите, мне сейчас все равно не убил, как бы. Я говорю, давай, попробуем. Только единственное, меня тогда в тот момент в апреле месяце взяли на сборы военные. Месяц пришлось служить. Вот. А по приходу я уже с ребятами созвонился, сконтактировался, все как бы мы собрались, прослушались. В принципе, мне понравилось, им понравилось. Стали репетировать вместе. С «Мембраной» я в итоге ушел, пришел в «Стереосигнал», с которым мы начали записывать песни, репетировать, спихвать, записали альбом к концу 2004 года. Самое, наверное, высокое достижение, которое мы достигли, это наша музыка звучала в фильме «Сайдстепс» Александра Зиблана в главной роли. Нам понравилась музыка режиссера очень, как называли главную тему там у Юрия Романовича. Ну и так, остальные песенки тоже звучали на фоне. Потом как-то
постепенно все как бы стало сходить на нет. Концерты были, но развития никакого не происходило. Поэтому ты решил отправиться в свободное плавание и самостоятельно. Я на тот момент еще не решил отправиться в свободное плавание. Но я параллельно занимался своим проектом. Расскажи о своих проектах, да. Вообще, как они родились и что на данный момент они из себя представляют. Ну, так как я начал писать музыку еще в 91 году, наверное, оттуда и надо вести отсчет, да? Потому что имен было много в свое время. Много даже перечислять не буду. В итоге я был и аномалия такой проект. Когда мы все вместе были еще в школе с друзьями, там собирались, аномалия был проект. После него я его как бы под этим именем я так записывал всевозможные любимые материалы. После уже где-то в 2001, когда я уже занялся серьезно перезаписать старый материал, там все переанимировать как-то. Вот я уже взял псевдоним «Неоромантик», так остановился на нем. Почему именно «Неоромантик», как ты его придумал? Меня натолкнул, именно само слово «Нео» меня натолкнуло, я смотрел фильм «Индия Родиана Джонса», я помню, какая часть, по-моему, третья, где Кристофер проходит. И там он, когда вел, преподавал там в университете, он на одном из занятий там написал слово «Нео» на доске. «Нео», и тут же его сказал, «Нео» — это значит «новый». И меня как озарило, «Новый». Лучше можно не ее написать, а Нео написать. И будет уже совсем по-другому. И слушаться, и смотреться. Соответственно, я взял как новый романтик, но только новый романтик. И тем более это созвучно. Был такой стиль же свой, новый романтик, 80-х. Новый волна, новый романтик, они как отсюда еще. Я начал записывать новые композиции. У меня на тот момент я записал аж 5 альбомов. 2008 года. Они никуда нигде они не фигурировали. Вот для себя сделал, друзьям раздал, записал. После уже, когда стерео сигнал тоже, мы как бы разбежались на целый альбом, даже больше. Я вновь звонили с Павлом Володевым, решили создать проект совместно. «Манер» назывался. Синти-поп-дуэт у нас был. Он придумал тоже музыку с текстами, а я уже его аранжировал, все записал. Мы сделали как бы мини альбомчик. И в итоге у него после этого пропал интерес. Почему-то. Мы как бы тоже разошлись. Как бы до сих пор не общаемся, не знаю, чем он занимается. Ну, свои любимые дела. Я после этого продолжил с записывать свои синглы там самодельные. А потом мне предложили писать музыку для туристических фильмов. Туристических. Как интересно, что это за фильм? Это когда человек путешествует, снимает об этом фильм. Как он путешествует, где он там какие достопримечательности он там посещает. Дорожные фильмы, скажем так, можно сказать. И мне предложил, вот я пришел в студию, студия 618, такая глава, которой директор это Дмитрий Аркадьев, занимается монтажом, видеомонтажом, сведением всего этого дела. Он мне предложил, вот, а попробуй. Тем более, ему понравилась моя музыка, которую ему прислал, а вот давай. Мы попробовали. Для клиента там написал, кучу музыки записал. То есть это именно музыкальный ряд, без да, слов, да? Да, что-то брал в переработку, какие-то известные вещи. Свою там делал. Получился такой фильм про Исландию, первый был такой, с моим саундтреком. Позже уже, через годик, через два, мы записали тоже для этого клиента, мы записали про Испанию саундтрек. Это близко еще, да? Да. Но целый альбом потом я составил из этих незарисовал. Там исключительно моя музыка вообще в принципе. То есть я превратился в какое-то время в испанца. Вжился в роль. Потому что я никогда до этого не делал в таком стиле музыки.
Обязательно послушайте, мне интересно. Много интересных вещей, там даже для меня я слышу, так сколько раз забирает. И вот мы подходим, наверное, к самому главному этапу, с которого, наверное, все и пошло, можно сказать. В 2016 году осень была. Да. Я увидел на Фейсбуке объявление. Был дан клич сделать ремикс, ну, диджеинг, так сказать, возможно, на новую песню Хлоя Роуз. Показывает. Это исполнительница Хлоя Роуз, англичанка. Продюсером был небезызвестный Майк Стоп, который все время продюсировал и кайли новых перегрессий. Ну, всевозможно. Британский дэнс-музыка была исключительно их творением, там их было трое человек. Майк Стоп, Мартес, Эйкер и Пит Ватерман. Продюсерский пилот. Вот он написал эту песню For Me и дал клич сделать ремиксы. Лучшие войдут на сингл. Мы думаем, дай возьму сделаю. А по срокам я не посмотрел, когда у них заканчивается прием. Ну, я пока записывал, все это сводил, отправил. Сроки закончились в принципе. Я так посмотрел. Ну, думаю, наверное, пролетел. Ну, ладно. Ну, отпослал и забыл, так сказать. Послушал. Послушаем, возьмем два. В итоге приходит письмо. Нам очень нравится клиент. Мы его хотим издать. Мы будем знать, где-то там все. Неужели? Очень приятно. Очень, да? Очень. Ну, мы с ним списались на таких условиях, там все это будет. Это был первый сингл, который вышел официально в Англии. Вот. Дальше пошло еще больше. Более интересно. Я познакомился с Романом Петуховым, автором и продюсером песен в стиле этого диска. Он наш россиянин, живет в Рыбинске, в Ярославской области. Мы с ним списались. Ему понравилось то, что я делаю. Я ему выслал несколько демок своих хитов. Короче, из этого получилась песня, которая попала в этот сборник. 12-й металлодиска «Металл колени», по которой я тоже в это же время и узнал, что такие, оказывается, выпускаются. Компания ZIX, небезызвестная в свое время. Песня называется «Don't Wait for Tomorrow». Мы вдвоем его сделали, моя музыка, его слова, я записал ее как неоромантик, потому как не было времени искать кого-либо на исполнение. Я уже решил сам все сделать. Вот. Вторая ласточка. Третья ласточка была такой спейс-сборник, такой спейс-музыки, ну, космическая такая, метафорная музыка, спейс-синт называемая. Я написал, это был еще саундтрек к туристическому фильму про Исландию. Я его здесь переработал, записал более танцевальное видео, сюда его также включили. Далее в 2018 году, все в том же, была выпущена 13-я часть, куда попала Miracle Time, моя самая, наверное, известные песни. Да, это очень визитная карточка уже проекта, грубо говоря. Вот. Здесь она в экстренной версии расширена в случае. Дальше я также посотрудничаю еще раз, попал еще раз в сборник новогодний Space Odyssey со своей новой Space Odyssey композицией «Космик Романтик», которая вошла потом в альбом, который я записал в 2019 году. Сольный альбом «Неуромантик Miracle Time». Здесь песни старого периода, есть нового периода, там все, что мы собрал, скомпоновал, записал. Вот такой альбом. Интересный. В стиле тало диско, там поп-композиции есть, много всего. Далее компания ZIX выпускает в 2019 году уже спейс-синт-сборник коллекцию. Как можете заметить, я здесь присутствую, здесь прямо на антикварном листе. Здесь вошла «Космик Романс», небезызвестная, вот, другая версия. Параллельно я ввел проект для своего приятеля, с которым мы вместе работаем. Мы записали его песню, Макс Шиманский, псевдоним, его Алексей Смирнов зовут на самом деле. Мы записали его песню, баллада такая получилась у нас. Этот сингл, в итоге Space Synth проект польского музыканта Томаша Олешко,
Они меня попросили сделать ремикс на его композицию. Я это сделал. Кому получилось очень даже прилично. Ему очень понравилось. Ну, не только ему. Вот. Далее, в 2019 осенью выходит наш Бомба Питер. Выпустил сборник Капота 89, по-моему, да? 89. Олег Грабко любезно согласился ее выпустить. Отмечная песня для Мафэнтези. И здесь она тоже есть. Дальше, также осень 19-го, я сотрудничал с итальянским певцом Марко Фотеро. Мы с ним записали сингл, он мне предложил перезаписать песни, которые они пытались записать из один с композитором, который ее написал. Но ему не нравилась аранжировка там, как у него получилось, он предложил мне. Я ему записал, ему понравилось, мы выпустили. Также этот же сингл выпуск был выпущен на виниле в Америке. Это круто. Винил. Все мои версии. Винил не короткий. Это было в 20-м году. Далее. Самое главное, чем я сейчас занимаюсь конкретно, это наш проект с Андреем Волковым, радиоведущим туристического радио, латвийского, то есть русскоязычного радио, который также занимается музыкой. Вот такой символ у нас, I Wanna Wake Up With You. Это очень успешная композиция, которая прокатилась, наверное, ну, по всему миру уже, наверное. Кто говорится в теме, тот знает. Вот. Сейчас мы готовим выпуск второй сингл наш совместный и планируем записать альбом полноценный. И напоследок, что я сейчас выпустил, я выпустил сам на кассете, переиздал свой альбом с добавлением бонус-треков. Вот. И самое главное, что здесь есть, и чего нет более нигде, это мегамикс, созданный диджей Чайкиным, с этой помощью. Он сам его смиксовал со всех основных штуков. Так, дальше работаем. А где твои потенциальные поклонники и настоящие поклонники могут приобрести кассеты, диски, либо послушать музыку, на каких площадках, в каких магазинах? Ну, большинство музыки, оно сейчас уже в цифровом формате есть, как сингл, так и альбом уже есть. Можно везде. На Яндексе, на iTunes, всевозможно, и Spotify, соответственно, тоже. Кассеты непосредственно у меня приобрести, потому что я ни с какими дистрибьюторами не сотрудничаю на данный момент. То есть только через меня. Контакты все вы можете увидеть в надписи к данному видео. Да. Александр, следующий мой вопрос касается нынешней вообще ситуации в музыкальной среде. Как ты на нее смотришь? Какие у тебя впечатления, что бы ты хотел внести в настоящую музыкальную жизнь? Поменять хотелось бы много всего, и радикально. Потому что ситуация в корне мне не нравится современно. Может быть, наверное, как и большинство, наверное, моих сверстников, ну, может быть, не только, просто людей, которые любят музыку, и отличают хорошее от плохого, да? Хотелось бы, может быть, на какое-то время вернуть старые годы времена, может быть, когда была популярная и хорошая, качественная музыка, да, а не то, что сейчас делают. Не хочу сказать, что это совсем жизнь для себя довольно уходящая, но качество, конечно, сейчас очень сильно хорошее. Хотелось бы также добавить, что хотелось бы вернуть в строй именно формат музыкальный. На виниле сейчас и как, в принципе, входы, да? Да, по-моему, мода на винил, вкус на винил возвращается. Да, ну вот американцы и мексиканцы на данный момент выпускают почему-то только синглы. Альбом они, по-моему, вообще никто не пытается. То есть только переиздают старых звезд, там, да, которых наверняка будут. А нынешние плееры стараются не рискуют, скажем так. И, во-первых, это все ограниченным тиражом выходит. Хотелось бы с моей позиции, чтобы выходило много, часто, было все, ура.
Еще забыл. Данный сингл, который не с Андреем записали. Он вышел также в Америке. Обложка тоже, переработана. Ну, как и красиво, я в шмельку доставил. Да, конечно. Такой лимон на это очень нежный, хрусткий, да, материал. Материал. Надо аккуратнее, конечно. Александр, расскажи, пожалуйста, где можно услышать тебя в очном исполнении, чтобы прийти, познакомиться с тем, кто с тобой не знаком, и послушать свой концерт. Ну, у меня вот было два выступления с клубе «Манихани». И также в «Манихани» я буду выступать в ближайшие выступления, будет 25 декабря. В принципе, все хорошо. Будет невозможная вечеринка в стиле диско. Я там постараюсь сделать достаточно такой объемный сет. Вы знали. До этого у меня были как-то полчаса просто, даже меньше. Сейчас я как-то там делаю. Почти полноценный концерт. Еще у меня, не забыл сказать, у меня была программа на личном радио. Я записывал ее здесь специально, да, по приглашению твоего Виктора. Записать передачу там в обществе. Она выходила там до группы. Также я этим не сделал видео-версию, а где есть видео-версию, ее можно найти, послушать. Совместные субтитры. И еще 25 ноября на Радио России, 23-25, будет прикольная передача по мне в другой культуре. Передача называется «Музыка не расширена», а я обо мне не расширена. Тоже можно послушать, предварительно оценить. Да, так что, пожалуйста, слушайте Александра на Радио России и приходите в клуб в декабре на концерт. Да, реклама, естественно, да, это ранее. Ситуация сложно совершенно, пока запланировано. Что же, Александр, спасибо большое за то, что ты уделил сегодня время нашей встрече и нашему интервью. Удачи тебе в твоем творчестве, вдохновения. Спасибо. И, конечно же, крепчайшего здоровья, учитывая нынешнюю ситуацию. И вам тоже не болеть. Спасибо.